Неудачная шутка жительницы Биробиджана подняла на ноги все экстренные службы города. Вечером 9 ноября в дежурную часть городского отдела полиции поступил звонок от неизвестной. Женщина сообщила, что на вокзале заложена бомба. Уточнять, какой именно вокзал, железнодорожный или авто, заминирован, не стало. Сотрудникам силовых ведомств пришлось эвакуировать пассажиров и обследовать сразу два объекта. Взрывотехники ОМОН со служебной собакой обыскали здания и прилегающие территории, но бомбы не обнаружили. Одновременно с этим полицейские совместно с сотрудниками УФСБ установили личность звонившей. Ее задержали. Это оказалась 36-летняя, неоднократно судимая биробиджанка. Как призналась, совершила преступление ради шутки. По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы. Хочется обратиться к жителям нашей области и предостеречь их от подобных преступлений. Любой звонок, поступивший в органы внутренних дел как со стационарного телефона, так и мобильного, будет установлен, и злоумышленник понесет наказание согласно действующему законодательству.